Не забудь обратиться к Ване Мухину. Курс настолько низкий, что не появится желания больше ни с кем сотрудничать. Запомни, братан, Ваня Мухин. Все ссылки в описании. Добрый день, мои зрители. Добро пожаловать на финал. Финал прогноза от Фифера. Да, друзья, этот финал пройдет без меня. Хватит уже ныть! Ну да ладно, ничего страшного, мы не будем расстраиваться. Илюхе Лису, конечно же, респект за такой сумасшедший полуфинал, где он буквально вот на миллиметр обошел Вабончика. Но ничего не поделаешь, сильнейшие должны быть в финале. И именно Илья с Иваном оказываются в этом самом финале. У нас май, а май, как вы знаете, это пора финалов. И, если честно, остается буквально несколько игр в главных чемпионатах. Это, конечно же, финалы кубков, но и два матча финалов европейских турниров. Финал Лиги Европы и финал Лиги Чемпионов. И именно так мы разобьем наше противостояние двух финалистов на две части. В первой части финала они будут давать прогноз на финал Лиги Европы. Система подсчета очков ничем не изменилась, поэтому если каждый из участников угадывает счет, он получает 3 очка, если угадывает разницу забитых мячей, то 2 очка, ну а если угадывает исход, 1 очко. Но напомню, что при условии, если в матче состоится серия пенальти, то победитель этой самой серии получает просто на 1 гол больше. То есть засчитана будет победа с разницей в один мяч. Чё за хуйня? Сложно, блядь. Нихуя, непонятно, блядь. Нихуя, что это за хуета, блядь? Ну, я думаю, вы все поняли, разобрались, и пора уже нам переходить к прогнозам наших участников. Ну что ж, пожелаем им удачи. Слушаем. Лавсингер. И вот финал. Финал. Я вышел с Лисом. Спасибо хотелось сказать Володе за то, что я вышел в финал. Мне надо сейчас поставить на матч Европы, в котором играют сейчас. Буду вспоминать, кто там играет. Ливерпуль играет с Севильей. Да, и проиграет. А с каким счетом сейчас вам скажу. Он проиграет со счетом 3-1. Со счетом 3-1. Со счетом 3-1. Всем привет! Прогноз от Фифера, финал. Мало кто думал, что я, сука, дойду до финала, но я взял... Наебал Чейза, наебал Вабончика и прошел финал. И не зря, потому что на мне форма Лестера, который взял кубок, который затащил с самого низу, взял как я с последнего места и просто взял и уебал.
Вот так, финал с Лавсингером мы будем играть. И первый прогноз от Фифера в финале — это Ливерпуль-Севилья. В этом году в финале Еврокубков 3 из 4 команд будут испанскими. В том числе один представитель Ла Лиги попал в Лигу Европы. Естественно, вы понимаете, что это Севилья, которая выигрывала турнир уже 2 раза подряд и рассчитывает сделать это в 3-й раз. С прошлого сезона победитель по значимости Еврокубка получает путевку в Лигу Чемпионов. Первым обладателем такой путевки и стала Севилья, так что нынешний сезон она начинала, естественно, в Лиге Чемпионов. Но в группе с Ювентусом, Манчестером Сити и Боруссия Гладбах она заняла всего лишь 3-е место. И, естественно, скатилась в Лигу Европы. После чего дошла до полуфинала в Лиге Европы, сыграла Шахтером в гостях 2-2, а дома наказала уже Шахтер 3-1. Собственно, как и у нас в полуфинале с Вабончиком, я угадал счет 3-1 и прошел дальше. Так и Севилья вышла. И давайте перейдем к Ливерпулю. Как вы знаете, Ливерпуль начал свое шествие сразу с Лиги Европы, потому что в английской премьер-лиге путевку в Лигу Чемпионов они не смогли получить. Группа в Лиге Европы досталась слабенькая, на мой взгляд, потому что Казанский Рубин, Бордо и Сьон из Швейцарии довольно-таки средненькие команды. Но из 6 матчей всего лишь 2 удалось победить, 4 сыграли в ничью, набрали 10 очков. Но самым сложным для Ливерпуля оказался полуфинал с Вильяреалом, которые они начали с выездного поражения 1-0, но дома на Энфилде они взяли убедительный реванш 3-0, после чего вышли в финал и здесь уже встретятся с Севильей. И думаю, можно уже перейти к финальному прогнозу от Фифера. Я думаю, эта эмблемка мне все-таки поможет победить Ваньку. И я поставлю на Ливерпуль, на победу Ливерпуля 2-1. Естественно, желаю удачи Лавсингеру, пусть он угадает счет, не знаю, потому что он достоин этого, наверное, больше меня, и может быть это какое-то самопожертвование, потому что он все время угадывал все счета, шел на первом месте, поэтому, Ванька, тебе удачи. Бабончик, спасибо тебе за эту рубрику, и не грусти, что ты выбыл в полуфинале, дружище. Всем пока и до скорых встреч в прогнозе на Лигу Чемпионов Реал Мадрид Атлетика. Пока! Вот такие яркие и подробные прогнозы дали участники этого самого финала. Напомню, что это первая часть финала. Через 1,5 недели мы с вами увидимся на финале Лиги Чемпионов. И я надеюсь, что это противостояние будет держать нас до самого конца. И только в решающие минуты финального матча Лиги Чемпионов и у нас в нашем розыгрыше определится победитель, который получит главный приз — 10 тысяч рублей. Вот такой вот эпичный у нас получается сезончик. Все, друзья, на этом я вам говорю до свидания, до скорых встреч, пока!